Доброе утро, город. Этот круг открывает игрок номер один. Ваша минута. Доброе утро, город. Речь у меня заготовлена, поэтому следующий красный игрок, который сидит после меня, меня может выставить, потому что по моей речи сейчас цвет город пой не поймет. И я смогу тогда рассказать позиции. А заготовленная у меня речь, в общем, представьте себе альтернативный мир, в котором никто не врет. То есть вообще. То есть вот я прихожу, например, сегодня на мафию, а господин ведьмак говорит: здравствуйте, госпожа авиатор, вы так поправились. А я говорю: здравствуйте, господин ведьмак, и вы тоже постарели. И вот такой мир, представляете, вот совершеннейший мир, которым вообще никто никогда не врет. Казалось бы, меня с детства учили идеалам правды и чистоты. И здесь я поняла, что если бы мы не врали, то за городом бы сидели только красные игроки, понимаете? Конечно, как и все, мы здесь собрались, совершенно честные игроки. 10 секунд. Поэтому, оказывается, ложь делает наш мир красивее. И мне интересно узнать, кроме позиции, ваше мнение на эту тему. А если вы захотите узнать мое мнение по позициям, оставляйте мне, пожалуйста. У вас время. Игрок номер два, ваша минута. Не все тут красные игроки в мире правды. В мире правды человек сразу сказал: ну наконец-то мне досталась карта Дона. Ну, нет, мне не досталась карта Дона. Поэтому в вашем мире и в нашем мире я бы вас еще раз послушал. Но позицию вы и так на пальцах показать можете. То есть если вот дойдет до конца, вы покажете, с кем вы дружите. Я считаю, что этого достаточно. Я не нашел вашу речь такую, чтобы достойно выставления. Поэтому пока что выставлять не хочу. А мафия, может быть, даже захотела выставить и сломать. Это вообще тактика осмозиса, мне очень понравилось. Выставляет, не то что понравилось, прям как что-то новое, но она очень хорошо работает. Выставляешь, ломаешь, говоришь, кого стрелять, если мафия не поняла договорку. Вот. Но я надеюсь, что мафия поняла договорку. Вы поняли, что стреляется один? Да? Нет? Если один черный, то стреляется два. По какому образу? Если мафия не поняла договорку, стреляется самый красный по маленьким номерам. Но если поняла, то стреляйте уже по понятиям. Поэтому, если вы черная, то стрелится два. Если вы красный, то стрелится один. А если вы черный, то стрелится три. Игрок номер три, ваша минута. Игрок номер два, вы играете с единицей или нет? Играете. А я хочу послушать единицу еще раз, потому что действительно я не понял цвет первого игрока, я действительно хочу ее послушать. Выставляю игрока номер один, мы ее послушаем еще раз, принято? Естественно, для того, чтобы оставить. Значит, ну смотрите, госпожа авиатор, все зависит от мотива, кто лжет. Все зависит от того мотива. Есть благородные мотивы, есть абсолютно неблагородные. То есть все зависит от точки зрения, так сказать, от мотива, тот, кто поговорит. Смотрите, речь игрока номер два, мне показалась тоже нейтральной. Больше, наверное, все-таки в красную сторону. Но все равно я хочу оставить его за скобками. Поэтому я не играю ни один, я не играю два. Но не, абсолютно не называю этих двух игроков черными. Хочу послушать один. Спасибо, пас. Спасибо и вам. Игрок номер четыре, ваша минута. Доброе утро, город, Нагорион, красный игрок. Игрок номер один, я понял, что вы расскажете вашу позицию потом. Ответьте мне, пожалуйста, на, ну, всему городу на два вопроса. Красный ли вы игрок или нет? И как вам нравится моя прическа? Когда мы будем знать, как бы... Потом скажете, у вас будет время, будем знать, что вы как бы врете, не врете, как бы можно будет понять по одному вопросу, что второй говорит. Я играл с игроком номер три, он мне понравился, игрока номер один я послушаю, игрок номер два пока за скобками. И вот, собственно говоря, вся позиция по тому столу, который поговорил за меня, игрок номер семь, что подозрить на машину пока немного. Что? Семь, поговорить за четыре, выставить семь, что? Проверить семь. Четыре. И это я четыре. Я красный игрок. Я сказал, я начал с этого. И я, вы потом скажете, хотите перейти, сказать еще? Нет? Потом хотите сказать? Выставляю игрока номер два. Мы послушаем, что ему искать. У него есть очень много чего сказать. Мы послушаем, поперим и оставим обоих. Большое спасибо. Спасибо вам. Игрок номер пять, ваша минута. Доброе утро, город. Я что-то вообще от вас тут немножко в шоке. Ну, как бы, я бы не поиграю. Я не хочу играть ни один, ни два. Скажем так. Я не поиграю ни один, ни два. 3-4 для меня гораздо краснее, чем 1-2. 1, потому что, ну, как бы, речь заготовленная, но вы полминуты говорили о том, что она заготовленная, и о том, что это не дает вам цвет. Ну, вот, тем не менее, красный цвет это мне точно не дало. Потому что, мне кажется, будучи красной, вот, если бы у меня была бы заготовленная речь, я бы все равно полминуты не посвятила. Ну, мне кажется, это нелогично.
Два, ну, два я тоже не нашла ничего красного. Есть вариант, конечно, что красный два, нашел один красный, поэтому ее не выставил. Есть вариант, двоечку, ну, я даже не знаю, стоит ли его проверять, потому что провериться, он часто первым стреляется, могут и стрелять. У вас время. Игрок номер шесть, ваша минута. Доброе утро, город. Так, у всего двух красных игроков для себя. Поиграю с 3-5. Для меня 3 пусовых числа моей мысли, 5 тоже пусовых мысли, что один изготовленная речь, не дает никакого цвета. Два что-то копался в один, что-то так мне не понравилось, как он копался. Мог бы быстро послушать, как бы красным игроком бы на двойке выставил. Он как бы, может, даже в одной команде. Это, что стреляется, не стреляется, 23 вообще не понравилось, как бы это вот, как бы, выставление четверки, как бы, то, что ты четверка, это было странное выставление. И про волосы, что ему даст, это, про прическу я тоже не понял, как бы, потому что пока мне 1, 2, 4 за это, за скобками, причем поэтому по акценту у меня, наверное, будет 4 покраснее, потом 1, потом 2. Может, моя паранойя, да, 4 выставил, 2, да. 4 я как бы, так, как бы, я просто, 4 это не нахожу никак. Два паранойя, придумал. Может, мои твои. У вас время. Игрок номер 7, ваша минута. Да, я поиграю 3-5-6. Между 2 и 4, я думаю, там сидит кто-то один черный игрок. Но, господин циник, я думаю, что четверка почернее, чем двойка, например. Вы понимаете? Я не думаю, что четверка покраснее, чем двойка и единица. Кто единица, я не знаю. Вот типа Блин, вот этот речь, то, что вы сказали слово, которое я не могу сказать на русском, понимаете, тяжело мне это. В принципе, единица, вот может быть и красный и черный, понимаете, речь типа ни туда, ни сюда. Я не знаю, можно было попилить, например, ну двойка скажет с кем, зачем единицу? Единица, чтобы вы хотели попилить, это двойка скажет, с кем хочет пилиться. Ну, да я потом стол открываю, что вам даст моя речь? Я понимаю, да, ну вот четверка вас выставила, что вы от меня хотите? Выставить четверку? Я не знаю. Я не хочу, господин Гедеон. 10 секунд. Я не хочу сейчас брать на себя. Принимайте, с кем она захочет. Я поиграю 3-5-6. Один вы хотите пилить? Так вы будете выставлять, я не хочу выставлять. Время. Игрок номер 8, ваша минута. Доброе утро, город. Смотрите, я 1-2 не вижу как каких-то игроков, которых бы я хотела второй раз слушать. Поэтому мне такой попил не нравится. Я вообще их нахожу из всех более красными, из того, что я пока что вижу. Поэтому я выставляю игрока номер 4, потому что 2 говорит выставить четверку. То есть я здесь вижу определенное противостояние. Теперь так, я бы послала пятерку на проверку. Из той команды, потому что из той команды, с которой я не играю. То есть я, допустим, беру себе в команду 1 и 2, так как пятерка называет более красными игроками 3 и 4, поэтому, а 4 я выставляю. Поэтому логично, что у меня пятерка напрашивается на проверку. И теперь дальше. После 1 и 2 мне вообще не нравится. 10 секунд. Мне не нравится ваша... Знаете, какая мягкая позиция. Или что, черный, что ли, получается? Я не буду выставлять четверку. У меня 1-2 вообще покраснее. Я не хочу, чтобы впилили. Почему? По речам. У вас время. Игрок номер 9. У вас время. Игрок номер 9, ваша минута. Единица. Выставляю игрока номер 7. Пилятся игроки 1 и 7. 7 примеров. 1 и 7. Единица попросила выставить 7. Пилятся игроки 1 и 7. Не 2 и не 4. Тройка выставила единицу, я могу понять, почему действительно единица, пусть попилится, не то, что я там подозревали, еще что-то, пусть действительно скажет свою позицию. Четыре активируют голосование, вообще не туда, мне это не нравится. Но то, что вы выставили четыре, ну зачем? Вы, да, я даже если вы думаете, что четыре черные, его надо пилить только с два. Два не хочет пилиться, и зачем ему пилиться, он сейчас открывает стол. 4 можно проверить, 2 можно проверить, если уж так. Так, с кем я играю? Мне 2 нравится. 5, позиция мне не подходит. Я помню, что вы играете 3-4, называете 3-4 покраснее. 3 согласно, 4 нет, но 5 мне говорит по-красному. 6 покраснее у меня, чем 7 и 8. 8 у меня за то, что она выставила 4, я уже не могу. Время. Игрок номер 10, ваша минута. Доброе утро. Так, единственное, значит, пилите с семеркой, да? Значит, попил географически пополам, по первой руке выставлена единица, так что 6, 7, 8, 9, 10 голосуют в единицу, все остальные держат ручки вот так, и их голосы ходят по сыновьям выставленным, то есть семерки. Значит, теперь по игрокам. Игрок номер один. Я, кстати, смотрю такой фильм под названием «Изобретение лжи».
Да, как раз был действие правильном мире, где никто не мог угадать, а главный герой таки научился. И как раз на этом и выигрывал. Значит, ну вот речь заготовленная, поэтому я не могу пока дать цвет. Ну, на папиле послушаем, сделаем вывод. Значит, двойка железно берет единицу, так что такой же серый игрок, как она. Значит, ладно, у меня мало времени, поэтому скажу, с кем я не играю. Значит, я не играю с игроками 4 и 8, там четверка выставляет двойку, и восьмерка выставляет четверку. То есть теоретически они даже могут быть вместе черными, а могут не быть. Так что среди остальных большая концентрация игроков, с которыми я играю. Ну, в общем, основную мысль сказал. У вас время. Город переходит в зал суда. Никто не жестикулирует. На голосование выставлены игроки. 1, 2, 4, 7. Голосуем в порядке. 1, 2, 4, 7. Кто за то, чтобы игрок номер 1 покинул стол? Принято. 5 голосов. Кто за то, чтобы игрок номер 2 покинул стол? Принято. 0 голосов. Кто за то, чтобы игрок номер 4 покинул стол? Принято. 0 голосов. И по сути, кто не голосовал? 5 голосов уходит игроку номер 7. Попил между игроками 1 и 7, 1, ваш 30 секунд. Вообще, короче, конечно, беспорядок получился полный с этими попилами в итоге. Но это много может интересно дать информации потом, если это все призапомнить. Четверка, вы же только что говорили, что этого не надо делать, а надо ждать, то есть что же это вы как бы... Вам кто-то подсказал или вы сам надоумились? Сам, да? Пятерка мне не понравилась. Я сказала только одно предложение маленькое, и все, поэтому я не играю. А семерка я хотела послушать, я не совсем поняла. Вы очень много рассуждали о попилах, я так и не поняла в итоге, до чего вы дошли, поэтому хотела послушать вас. Я не играю 4, 5, 6. У вас время. Мя. Игрок номер 7, ваши 30 секунд. Я поиграю 3, 5, 6, 9. Вот так вот. Ну, в принципе, зачем вы... Ладно, хотели послушать меня. Я думаю, между 2 и 4 1 черный есть. Я думаю, восьмерка проверит. Между 2 и 4. Проверить 4. Восьмерка красная. Откуда я знаю, что восьмерка красная? Я не думаю, что восьмерка красная. Проверить 10. Ну и что даст проверку 10? Я не понимаю, госпожа Денерис. Я с вами играю, ну не согласен. Я думаю, между 2 и 4 надо проверку. Я играю 3, 5, 6. Единица, ну ладно, у вас то там... У вас время. Город переходит на повторное голосование между игроками 1 и 7. Голосуем в порядке 1, 7. Кто за то, чтобы игрок номер 1 покинул стол? Принято. 5 голосов. И поставьте руки, кто не голосовал. 5 голосов уходит игроку номер 7. Кто за поднятие обоих игроков? Этого недостаточно. Город уходит в ночь. Просыпается город. Утро недоброе для игрока под номером 4. Ваша крайняя минута. Доброе. И право лучшего хода ниже кто-то же. Доброе утро, город. Я шериф этого города. Я проверил игрока номер 2. Он очень сильно спалился. Он сказал, когда игрок номер 1 сказал, пожалуйста, следующий красный игрок выставите игрока номер 1. Он не выставил игрока номер 1. После длинной речи про длинные речи по поводу правды. Я его проверил по этому случаю. Игрок номер 2 определенно черный. Это единственное, что я знаю. Я шериф. Я, кстати, пытался очернить, чтобы меня не убили ночью, но не помогло. Договорились до этого. Игрок номер 7 для меня очень подозрительный, но он топил в 2. Но он все равно для меня очень подозрительный. Поэтому игрок номер 2, 7. И давай дадим 10, наверное, все-таки, потому что, так, чтобы, да, вот. 2, 7, 10 принято, как лучший ход. Нет, какой принято? Это лучший ход, да, 2, 2, 7, 10. 2, 7, 10 принято. А, принято, окей. Красный, 3 красный, 5 красный, 6 красный, 9 для меня красный. У вас время. Игрок покидает стол. Прощаемся.
круг открывает игрок номер 2. Ваша минута. Выставил игрока номер 9. 9 моя черная проверка. 9 принято. 9 моя черная проверка. Выставляю игрока номер 9. 9 моя черная. Нет, я показал 9 моя черная проверка. Ну, вы показали 8, а не 9. Показал 9. Пол игрок номер 7. Выставляю игрока номер 9. 9 стоит. Все, замечательно. Замечательно. Отлично. Вы очень топили 8. Прям настойчиво топили 8. Проверить 8, проверить 8. Я вам показываю. Хорошо. 8. Я знаю, что вы черный игрок. Я показываю. 8 черный. Вы показываете. Черный, все, 2 уходит. Да? Вот так вот вы рассуждаете. То есть при девятерых, вы сейчас 4, отлично, 4 выставил 2. Прекрасно. Что с того? Для чего? Я открываю круг. Нет, 8 неизвестный игрок. Вы топите 8, поэтому 8 для меня красная. 10 секунд. Поскольку вы черная проверка. Сейчас вы моя черная проверка. Сейчас нет критики. Спокойно уходит 9. Спокойно уходит 9. Я делаю еще одну проверку. Без вопросов. У вас вы хотите вскрыться? Вскрывайтесь. Поднимайте значок. Время. Игрок номер 3. Ваша минута. Какую еще одну проверку при одной версии? 2 версии, 2 и 4. Фол, игрок номер 2. То есть по-вашему самострел четверка? Не верю. Станиславский, скажи нам сверху. Не верю. Выставляй игрока номер 2. Значит так. 2 принято. Значит так. Я не верю, что четверка уходил самострел. Ну, не делаю. Тем более Нагорион не будет он делать ни в первую ночь, ни во вторую. Это... Значит, я думаю, кто черный вместе с двойкой. Я думаю, что черный 8, и я думаю, что черный 1. Это мое мнение, это не точно, не определенно. Сейчас уходит, сейчас круг двойки, сейчас уходит двойка. Да, значит, почему один? Я вам объясню, почему один. Потому что она сказала, что она играет 4-5-6, причем не взяв меня. То есть это команда... Я не играю 4-5-6. А, играйте со мной, все, значит, то же самое. А играйте, значит, со мной. А я вас выставил. Время. Игрок номер 5, ваша минута. Выставляю контрольного игрока номер 2. 2 стоит. Смотрите, ну я здесь не буду в это играть. Я не буду в это играть. Для меня я девятку нашла красной. Ну как хотите. Ну четверка сама как бы сама выпилился на первом. Да он не умеет это делать. Я поэтому вот то, что он выставил вас, я нашла его красным. Поэтому я играла 3-4. Для меня 4 был красный. Чуть ли не единственное со всего стола. Позиция десятки мне не очень понравилась, потому что как бы, ну, из всех вот явно подстроился под стол. Восьмерка мне не нравится, ну, как бы своей позиции. Насчет единицы я не поняла. Но сейчас, ну, смотрите, у вас один черный ушел, правильно? Ну, мы поднимаем его черную проверку. Правильно? Он у вас из команды ушел, и его черную проверку. Сейчас мы баланс поднимаем, мы поднимаем 2. У вас время. Игрок номер 6, ваша минута. Да, да. Шериф. Шериф, там никто не верит, там бесполезно, не знаю. А потом будет стыдно. Нам потом будет стыдно. Или не будет стыдно, не важно. Но тройка вам не верит. Пятерка вам не верит. Четверка вам тоже не верит. Это бесполезно доказывать, потому что вы сыграли лишь по нулю. Как бы... Проверка девятку нашли все красные. У меня подозрение сейчас, в принципе, 1, 8, 10 наиболее подозрительные игроки на данный момент. Восьмерка, потому что она прошла проверку в пятерку, которую как бы сыграли 6-7, сыграли, чтобы было прошла проверку сюда кварта. Это почему восьмерка, у меня объяснить как бы это вот. 10 секунд. Десятка, потому что давал, попил, ничего не спал по столу. Сейчас просто уходит, мы играем баланс, мы играем по школе Ведьмака, мы играем баланс. Спасибо вам за Ведьмака, за вашу школу. Можешь попилить троих. Время. Игрок номер 7, ваша минута. Попилить троих? Или в баланс? Или убрать двойку? Я думаю, что двойка черный игрок, вы понимаете, вместе с восьмеркой. Он показывал восьмерку, восьмерка черная. Он показывал проверку, восьмерка черная. После этого передумал и выставил девятку черную, вы понимаете? Поэтому для меня восьмерка черный игрок вместе с двойкой. Кто третий? Вот смотрите. Вы думаете, 10, 1, у меня 5 красный. 5 красный. 5 бы не начало, если она будет черная, не начал бы так. Это всегда она так, когда она красная. И простите, госпожа Денерис, просто понимаете. Я думаю, что
тройка, вы думаете, что единица, да, черный? Или 1-10. Смотрите, может быть 10, может быть 1, 6 у меня красный, 9 у меня красный, потому что двойка показывает девятку на проверку. 10 секунд. Я не знаю, 3 кто? Ну, может, остается между 3, 1, 10, вы понимаете? Я свой цвет знаю, вы красный игрок, господин Циник. Я думаю, что должен уходить игрок у номер 2, да? У вас время, игрок номер 8, ваша минута. Доброе утро, город. Ну, смотрите, я за то, чтобы играть вторую версию. Выставляю игрока номер 9. 9. Потому что давайте вы немножко эмоции отбросите, у нас пока что ушел один игрок. Фильм 289. Это второй фол игрок номер 6, будьте осторожны. 289. Нет, смотрите, не получится у вас так попилить, потому что у вас не получится попилить. Я за то, чтобы играть вторую версию. Потому что у нас четверка ушел красным игроком. У нас сейчас есть черная. Я видела то, что он показывал 4-8 проверить. Я не очень, как бы, верю господину Ведьмаку. Я буду играть за черных. Проверяйте господина Ведьмака на черную карту. Он поднимет потом. Но это не было умно. Я понимаю, но с точки зрения человека это не было правильно. Потому что у нас клуб... У нас есть определенные какие-то традиции. Минуту только, смотрите, вы сказали. У нас определенные традиции в клубе есть. Надо по ним играть. У вас время. Игрок номер 9 ваш минут. Для игрока номер 2. Стоит. То, что он игрок номер 2, пытается донести, что критики нет по обеим версиям, поэтому может уходить черная проверка. Но дело в том, что игрок номер 2 сейчас сделал все, вот чтобы все поняли, что он черный игрок. Вот это было настолько вот прозрачно, потому что он показывал на весь стол сначала, что 8 черная проверка. Потом сказал, что я топила 8, при том, что я показывала железно. Проверяется только 4. Он мне показывает, может, 8. Я говорю, нафиг 8. 4 проверяется. Я извиняюсь. Потому что 4 у меня был подозрительный, я думала, что если 4 находится черным, то 8 не может быть черная. И тут, когда 2 мне показывают, что 8 черная проверка, я говорю, не может быть ни в какой вот вселенной, что 4 и 8 вместе черные, поэтому 2 у меня точно уходит. И тут у него оказываюсь я черная проверка. Мне кажется, это было сделано настолько вот, чтобы все поняли, что 2 точно не шериф, что... 10 секунд. Смотрите, вы хотите, чтобы я вас не проголосовала, а себя проголосую? Нет. Но то, что можно сыграть и вынести черную проверку второго шерифа... Мя, игрок номер 10, ваша минута. Доброе утро, город. Ну, что-то меня стали записывать в одну черную команду с господином Ведьмаком. Хотя он говорит, что да, сейчас у нас нет критики, поэтому можно сыграть две версии, но в моей вселенной существует только одна версия, потому как нет у меня версии, что Ведьмак шериф, потому как он показывает 8 черных, тот показывает 9 черных. То есть он плохо продумал свою проверку. Может, он действительно свою черную дал, а потом решил, что как-то нехорошо. Слишком уж больно тата цепляется за его версию. Что ж, попилим 2-8-9 или просто уходит двойка? Да, просто уходит двойка, значит, у меня двойка, естественно, черный, значит, восьмерка пишется в черную команду. Так, ну, остальные, да, и единица пока получается по остатку, потому как все остальные, в принципе, не играют с господином Ведьмаком. 10 секунд. То есть, кто цепляется за его версию, тот и черный, но может кто хочет замазаться и не цепляться за версию Ведьмака. Ну, послушаем единицу. Сейчас уходит только двойка. Не верю. У вас время. Игрок номер 1, ваша минута. Мне тройка не нравится. Мне нравится весь тройка. Ну что такое? Вы все напутали. Я ведь сказала четко, что вас оставляю за скобками. Мне не нравится, я не играла по нулевому кругу 4, 5, 6. Вы мне их обратно записали в команду. И кто, по-вашему, маг? По-вашему, черная двойка? И еще 10-1? Ну, у меня проблемы, я с ними не в команде. А кто? 1? А, 8, 1, 2 у вас так, да, сложилось? И может быть еще и десятку. Много у вас магов. Я растерялся. Совсем растерялся. Я так понимаю, что двойка может уходить в противовес просто, правильно? При девятерых нету критики, спокойно уходит черная проверка второго шерифа. Что вы? Одна версия? Третий фол игрок номер 2 вырешен. Ну, второго шерифа, а не уже шерифа. 10 секунд и... Да, первый фол игрок у нас... Вы справедливы, если второго не будет? А, мы же не знаем. Да. У вас время. Город переходит в зал суда. На голосование между игроками. 9-2. Голосуем в порядке. 9-2. Кто за поднятие игрока номер 9? Принято. 2 голоса. Поставьте руки, кто не голосовал.
7 голосов уходит игроку номер 2. 9. 2. Ваша крайняя. Город, который говорит: мы играем по школе Ведьмака и прочее. Это херня полная, вы не играете по этой школе. Вы при 9-х определяетесь, шериф. При 9-х! Я понимаю при 7-х. Я понимаю при 7-х. Плохо понимаю. Я тоже втыкаю, блин, каждому, кто при 7-х пытается определиться. При 9-х вы можете спокойно включить баланс. Совершенно спокойно. Вы не верите в версию? Без проблем. Но говорить, что у нас всего одна версия? У нас всего одна версия, господин Джей. У вас две версии. Технически. То, что вы не верите в какую-то версию, это ваше право. Не верить в версию, это ваше право. Единственная девятка имеет право поставить руку в два. Все... Да послушайте, блин, меня! Ну что это такое? Вообще никакого уважения. Я вам рассказываю, пытаюсь вас перекричать, вы постоянно общаетесь друг с другом. Я пытаюсь вас научить. У вас нету двух версий, у вас нету одной версии, у вас есть две версии. У вас две версии. Вы не верите в версию? Без проблем. Вы можете включить баланс. У вас. Стреляется 9, если вам так нравится. Мя. Город уходит в ночь. В городе утро. Утро недоброе для игрока под номером 9. Ваша крайняя минута. Так, смотрите, 8 голосовало с 2, вроде бы с черным игроком, но с другой стороны тут Ведьмак прав. Тут действительно можно было сыграть и по его версии один круг. Поэтому 8 для меня не так уж очерняется этим самым. Да, вот не так. Вот у меня до сих пор разноцвет между 7-8. То есть один черный там есть, я не уверена, кто. С одной стороны, семерка не хотела выставлять 4 по нулю, а восьмерка да выставила. С другой стороны, кто его знает, если 4 был уже назначен на отстрел ночью, то семерке было бы и невыгодно выставлять его. А восьмерка об этом не могла знать, как красный игрок и выставил. То есть я бы разбиралась между 7-8, и мне сейчас вот позиция пятерки, я думаю, она по нулю не сыграла 1-2, сыграла 3-4. Тут две команды, и 4 точно красный, 2 точно черный, что, может быть, она это знала. То есть для меня вот 5 этим подозрительно. У вас время. Прощаемся с игроком. Игрок номер 3, ваша минута. Давайте посмотрим. Уставляю игрока номер 1, прежде всего. 1 принято. Объясню почему. Значит, прошлый круг вы не взяли 4, 5, 6. Я объясню это столу еще раз. Правильно? Вы не взяли. Это была не ваша команда. Правильно? А я оказался за стоком. Или вы сыграли со мной? Тоже не сыграли. Тогда почему вы не назначили 3, 4, 5, 6? Потому что наша позиция – это моя позиция. То есть 4, 5, 6 говорит точно так же, как я. Плюс 7, плюс 9. Я не знаю насчет десятки сейчас. Дальше. Всю свою прошлую речь вы посвятили тому, мне практически вы посвятили. То есть как бы пытаясь оправдаться. Дальше. Вы общались с господином Ведьмаком практически весь круг. Как будто спрашиваю у него, а как мне голосовать? А что мне делать? Как? То есть для меня вы сейчас действительно реально почернее. Пока с пятеркой у меня совпадает позиция, с шестеркой совпадает, с семеркой совпадает. Смотрите, я что хочу сказать по поводу речи... У вас время. Игрок номер 5, ваша минута. Доброе утро, город. Оставляю игрока номер 8. 8 принято. Я согласна с вами по поводу единицы полностью. То, что сейчас сказала девятка, я... Как бы, ну, неплохо попадаю по цветам по нулю. Ну, как бы, поэтому, да, для меня 3-4 было, но 1 и 2 потемнее. У 1 очень странная позиция. Она прям залазит на тройку, которую весь стол практически назвал красным. Она залезает на пятерку, которую тоже все считают красным. Я нахожу тройку красным.
шестерка для меня красный, 7-8, да, согласна, разноцвет для меня 8 такие потемнее, хотя я тоже ставила руку, я объясню, почему я поставила руку, потому что я думала, я дала городу возможность попила. Я поставила свою третью руку, я посмотрела, сколько туда идет голосов, я поставила, что может быть мы все-таки попилим хотя бы случайно, потому что как бы мне, ну, вот, дальше. Было же два игрока на голосование. Фол, три игрока, 7, и у вас время. Это второй фол, будьте осторожны. Игрок номер 6, ваша минута. Доброе утро, город. Я тогда сам пилить, как, но когда я вижу, что из всего стола только один игрок верит в шрифту, игрок номер 2, в принципе, шрифт такой застыл. То есть, как бы, веришь, что только шрифт, тем более, пускай он стреляет отстрел на девятку, девятка стреляется, вот еще веришь, что двойка был красный игрок, как бы, поднять двоих, мы так даже выиграли, что мы как бы брали двойку, девятка стрелялась, то мы уже... Это было выгодно, получается, что мы брали только двойку. Сейчас на меня тройка, наверное, будет наиболее красным игроком, потому что он первый, кто не поверил, решил, что двойка как бы наиболее в него втопил. Меня играет точно с тройкой. Пятерка тоже поддержал ответ, потом я по 5 поиграю. Тут надо разбираться очень хорошо. 3-5. Все играют осторожно. Да. Там я, возможно, между 8-10. Вижу, там, наверное, будет, сам признан, поставляю 8, оставляю 10. Оставляю 8, оставляю 10. 10 принято. Я еще послушаю еще всех, как бы, в общем, у меня один. У вас время. Игрок номер 7, ваша минута. У вас тройка черная, да, госпожа авиатор? Все, только тройка, да? Смотрите, для меня восьмерка остается черная, вы понимаете? Вот на попили, ну не может быть, ну мы не вставим руки. Понятно же, что была уже двойка, чтобы должна была уходить. Понимаете, если бы хотели пилить, то надо было говорить до этого, понимаете? Я спрашиваю вас, хотите пилить? Я был готов за попил, понимаете? Но я уже понял, что руки уже попилить невозможно было. И никто не озвучил, понимаете? Я думаю, что восьмерка черная, разноцвет между 3 и 1, я думаю, что 3 красные, единица почернее. Хотя, я не знаю, кто 10. У меня 5 красных, у меня 6 красных. Хотя, то, что девятка говорит, что пятерка почернее, я не знаю. Я не думаю, что пятерка. Я думаю, что пятерка красная, вы понимаете? Я думаю, что 8 черная, и между 3 и 1 последний мафия, который у меня единица 3 и 1. 3, между 3 и 1 разноцвет. Ну, 10? Не знаю, кто 10. Я думаю, тоже может быть сильнее. Уж у меня тройка красная, понимаете? Выставляю 8, выставляю 1. Пока. 8 голосовало 9. Стоят, у вас время. И игрок номер 1. У вас второй фол, будьте осторожны. Игрок номер 8, ваша минута. Доброе утро, город. Смотрите, я однозначно красный игрок. Теперь так. В версии, конечно, я не верила. Версию шерифа номер 2. И я сейчас вообще считаю неправильным обсуждать, в чью версию кто верил. Это вообще, по-моему, черный ход. Потому что начинать верить версию надо от сейчас. От сейчас. Вы меня поймали на прошлой игре? На это не поймаете. Выставляю игрока номер 7. Играю 7, против 5, привет. Играю против 7. Потому что девятка убитая. Красная девятка. Я сейчас обращаюсь к игрокам красным, которым я по вашим мувам не нашла. Убитая красная девятка сказала... 8 не черная, разбираться между 5 и 7. Игрок номер 7. За что голос ругается? За то, что в прошлый раз с версией не определились. Можно было, да, сейчас. И не надо этому слякать, с версией не определились. Под подозрением пятерка и семерка у меня. Я обращаюсь к тем игрокам, которых я не нашла, но они красные. Давайте играть по красным движениям, по красным мувам, правильно? У вас время. Игрок номер 10, ваша минута. Доброе утро, город. Да, я также вижу засвет между 7 и 8, но игрок номер 8 несколько переворовал речку убитой госпожи Мирабелян. То есть она не сказала четко, что 8 не черная, она сказала, что между 7 и 8 разноцвет, и скорее у нее 7 подозрительный, но она не сказала, что 8 не черная. То есть она, по ее версии, восьмерка может быть черной. Да, так что между 7 и 8 у меня разноцвет, восьмерка раз переворовала речку Мирабелян, потемнее будет. Так, кто 1-3? Да, значит, для меня также тройка покраснее, чем единица, значит, пятерка. Пятерка также голосовала вместе с 2-8, говорит, хотела сделать попил, но было выставлено всего два игрока. Это странновато, но, в принципе, пятерка у меня играет в правильной команде, поэтому я пятерку посчитаю покраснее, потому как у меня сейчас не может быть трех мафий за столом, у меня сейчас две мафии за столом, в любой вселенной между 2-4 ушла одна мафия. Значит, и да, и господин Цирик тоже подсчитывает игроков, то есть не будет 3-3, то есть для меня игрок красный получается. У вас время. Игрок номер 1, ваша минута.
Двойка говорил, 8 черная первый раз. 8 это фол. Так, оговорка знаете, по Фрейду? Что я подумала? Признался? Второй фол, игрок номер 10. Будьте осторожны. Мне можно дать дополнительное время? Да, можно. Начать. Когда можно начать? Можно, можно. Знаете, тройка, я, короче, начинаю думать, что мы просто с вами зарубились, и что мы оба красных игрока на самом деле, и поэтому здесь где-то сидит мав, который очень радостно нас ссорит. Но восьмерка так логично, только что рассуждала. Три... Но она выставила шерифа. Подождите, она вообще шерифа выставила на голосовать. Это же вы четверку выставили на попил, правда? Mm-hmm. Но, с другой стороны, откуда вы могли знать? Просто ваш эмоционал какой-то такой совершенно всю игру дерганный. Я подумала, что выставил шериф. Думаю, не буду я вас парить. Вот. Я выставляю игрока номер три на голосование. Я понимаю, я играю ужасно, короче. Я не знаю, что делать, но я красный игрок на самом деле. 10 секунд. А кто это мне показал? Подождите, семерка. Это вы мне показали. Выставить тройку. Я не знаю, у вас время. Город переходит за суда через несколько секунд. Давайте поржем. Поржали, хватит. На голосование выставлены игроки. 1, 8, 10, 7, 3. Голосуем в порядке. 1, 8, 10, 7, 3. Игрок номер 1, ваши... Даже тут голосование подделывают. Третий фол, игрок номер 10. Будьте осторожны. В личной праворечии принято 3 голоса. Кто за поднятие игрока номер 8? 3 голоса принято. Кто за поднятие 10? 0 голосов принято. И кто за поднятие 7? Привет, 1 голос, 0 голосов входит игроку номер 3. Голосуем так же. Фол, игрок номер 3. Попил между игроками 1 голос. 1, на ваши 30 секунд. Я красный игрок. Серьезно, короче, город мне очень стыдно. Не знаю, как это произошло со мной, но я красный игрок, я все время... Не туда залазила, как это говорится. Не на тех. В общем, я не знаю, кто мафия, короче. И как бы совершенно бессмысленный игрок, поэтому в любом случае меня можно выносить. Я бесполезна для красного города. А что еще сказать? Если не вынесете, то стреляйте. У вас время! Игрок номер 8, ваши 30 секунд. Смотрите, игрок номер 1. Вы красный, я красный. Давайте встанем, облегчим ему задачу. Я не буду играть с этим красным городом, понимаете? У меня нет... Потому что... Можете встать, 7 человек за столом. Минуточку. Игрок номер 5. Минуточку. Да, я точно не могу встать. Я ловила третью руку, чтобы сделать попер, чтобы хотя бы поговорить. Мне не нравится равнодушие красных игроков, которые не хотят разбираться. У меня черные игроки. Один у меня не черный, все ее черные находите. Игрок номер 3 разбираться не хочет. Игрок номер 5 я перестал следить за вашими мувами. Не знаю. 7 ничего, не красный. Мя. Повторное голосование между игроками 1 и 8. Голосуем в порядке 1, 8. Кто за поднятие игрока номер 1? Принято. 4 голоса. И 3 голоса. Поставьте руки. Уходит игрок номер 8. 1, ваше крайнее. Да я просто бесполезно, я не разобралась, короче. Ну так. Тройка, вы меня все время топите и стали топить меня с нуля, хотя я вообще ничего плохого не говорила. Вы меня топили еще до того, как я что-то плохое делала. Что? Вас выставила? Я не понимаю, что вы показываете. Вот. Пятерка, что я понимаю вообще. Восьмерка красная для меня совершенно. Кто выставил? Кто голосовал? В 10? Я? В меня? Кто голосовал у меня? Я последний раз уже не посмотрела. И семерка мне не нравится, на самом деле. И все равно я вообще ничего. Короче, сори, я пошла. Обращаемся с игроком. Город уходит. Пройдусь по фолам. У игрока номер 3 один фол. У игрока номер 5 один фол. У игрока номер 6 два фола, будьте осторожны. У игрока номер 7 два фола, будьте осторожны. 8 один фол и 10 три фола, вы лишены права речи.
Доброе утро, город. Утро недоброе. Для игрока под номером 6. Ваша крайняя минута. Да. У меня будет столько планов лет до этого, как бы. Называется строк, тогда наиболее красный. Восьмерку, восьмерку, потом будет семерку. Что-то явно разноцвет. А вот кто назвал единицу? Пятерка, десятка. И кто? В общем, ну там. Я единица, наверное, не знаю, кем шла единица. Надо сказать, из тех, кто назвал днем где-то. Из тех, кто у него выгнал, а вот оттуда выгонять, как бы из контркоманды. Я вот так делал. Самого черного из контркоманды выгонять. То есть вот тройку не трогайте точно. Проголосовал восьмерку. Кто еще голосовал восьмерку? Ну и меня уже в принципе не сможете, потому что я уже Каспер. Очень для меня, наверное, сейчас бы. Я уже, надо бы, сейчас уже у вас критика, скорее всего, да, ваша критика очень. Если сейчас единица была красная, ваша критика, то есть надо не ошибиться. Ну, тяжело. 10 секунд. Уже баланс не разыграешь, то есть как бы. То есть тройка, точно красный. Угу. Десятка будет покраснее. Угу. Да. Между 7 и 8, 1 точно. Между 5 и 10. У вас время. Прощаемся с игроком. Прощаемся с игроком. Игрок номер 5, ваша минута. Доброе утро, город. Поздравляю игрока номер 8. 8 принято. Да, я помню, игрок номер 9, уходя, говорил про разноцвет 7-8. И сейчас игрок номер 6, с которым я играла всю игру, в общем, говорит, что... Смотрите, для меня 8 все-таки почернее. Конечно, ну... Как бы, ну, если так все просто, мафия 1-8. С десятки я слезла. Десятка для меня... Для меня более красный. Тройка для меня красный. 7 для меня сейчас гораздо краснее, чем 8. Ну, вот у меня получается, что вообще последняя мафия это 8. 10 секунд. Ну, у меня так получается. Я не вижу, что 8, если 8 как бы по всем ходам очень много черных ходов. Если говорить... У вас время. Игрок номер 7, ваша минута. Вставляю игрока номер 8. У вас 2 мафии, да? Госпожа Тату, у вас 10 и 5 черные. Я не черный. У нас нет разноцвета, да? Нету разноцвета. Вы не сказали 10 и 5 черные. Ну что, значит я красный у вас, госпожа Тату. Ну что такое, я не понимаю с вами. У меня вы очернились сразу, когда двойка показала восьмерка сначала черная, после этого он сказал девятка, выставляя игрока номер 9. Вы понимаете? Кто 7? Она говорила, что... А, вы спрашиваете у нее? Я не знаю. Я думаю, что восьмерка черная. Вы должны красные руки, вы понимаете? Я уже вас буду голосовать, это 100%. Вы не можете назвать меня красным, я только вас. Будете говорить десятка или тройка, вы понимаете? Вы убеждаете десятку, тройку. Я думаю, что пятерка тоже будет голосовать это вас, понимаете? Меня уже не будете... Выставляю игрока номер 8. Вы знаете, я буду, стоит, будете голосовать 10. Восьмерку, поэтому вы не можете назвать меня красным уже. Все, просто. Вы скажете, должны назвать меня черным и между 10 и 5. Понимаете? Все, спасибо вам. Спасибо и вам, игрок номер 8, ваша минута. Доброе утро, город. Выставляю игрока номер 7. 7, принято. И я обращаюсь опять же второй раз к красным игрокам. Сейчас у вас будет 2 в 2. Теперь так, я буду рада за игроков черной команды. Дальше слушайте. Шестерка. Не, не хочу даже думать. Вы не хотели разбираться. Я ловила третью руку для того, чтобы поговорить. Я сижу черным игроком, я эту единичку выношу, подкладываю свою ручку. Понимаете? 5,7. 2-2 вы уйдете сейчас. У меня вообще с этим проблемы нет. Потому что вы не хотели разбираться. Пятерка вас обласкала со всех сторон. Но если пятерка красная, то тоже пятерке можно не разобраться. Смотрите, у вас здесь точно два черных. 10 секунд. 6 отстрелянных, 9 отстрелянных. У вас точно два черных сидит. Вы сейчас уходите. Я не хочу разбираться. У меня не было с кем разбираться. Нет. Этот город... У вас время. Игрок номер 10, у вас 3 фала, но есть право выставить кого-то. Игрок номер 5 принято. И игрок номер 3, ваша минута. Значит, смотрите, я рискну сделать такой мув, потому что 7 и 8, допустим, в разных командах, допустим, у них разноцвет, причем и по мнению одного, и по мнению второго. То есть мы просто предположим, действительно мы предположим, можем предположить, что если 5 и 7 в одной команде, и сейчас у нас может, допустим, наступить 2-2, то на угадайке мы точно вынесем 8. Получается, если игра продолжится. Есть такой вариант или нет?
Или все-таки выносим 8? Потому что, по мнению всего стола, практически 8. Блин, я не хочу рисковать, чтобы было 2-2 сейчас. Действительно, потому что 5 и 7 всегда вместе. Но они играют со мной. И поэтому, может быть, из-за этого меня не убили. Потому что я был краснее циника. Надо было убивать меня. 10 секунд. Ладно, я пас. Спасибо вам. Город переходит в зал суда. На голосование выставлены игроки. 8, 7, 5. Голосуем в порядке. 8, 7, 5. Кто за поднятие игрока номер 8? Принято 4 голоса. Кто за поднятие игрока номер 7? Принято 0 голосов. И поставьте руки, кто не голосовал. Голос уходит игроку номер 5. 8. Ваша крайняя. Посмотрим. Спасибо, пас. Спасибо и вам. Я объявляю победу мафии. Мафии были игроки. 2, 7, 10. Дон игры. Игрок номер 7 и 6. Да ладно, я мафия. А что тогда? Я открыл.